Ну, для меня большая радость быть сегодня с вами. Надеюсь, Божье Слово будет утешением для всех нас этим утром. Але для меня есть великой радостью быть с вами тут, и мам надеюсь, что Божье Слово будет тоже великим утешением для нас тут. Можно я начну с одного простого вопроса? Чи могу начать от одного простого питання? Скажите, вы протестовали хоть раз в жизни? Чи кеди-кольвік протестовалісте в житті? Ходилісте на якийсь протест? Чи виражалісте якийсь протест? Нет? Нет? Людям, мне кажется, свойственно протестовать. Але огульно видаємося, що люди мають то до себе, щоб протестувати. Возможно, вы не протестовали на улице. Быть може, не протестовалисте на улице. Но я почти уверен, вы это делали в своих социальных сетях. Але я стем праве певний, що робилисте то в медіях сполучностьових. Или даже в своих семьях. Або навіть в родині. Нам свойственно протестовать. Мамы тенденция до того, чтобы протестовать, выражать протест. И люди протестуют по целому спектру вопросов. И люди имеют целый вахляж, целый спектрум питань, вобед которых могут протестовать. Нет несправедливому отношению к животному. Например, не для несправедливого трактования звежонт. Нет нарушению моих гражданских прав. Не для ломания моих прав обывательских. Нет строительству заводов рядом с моими жилыми домами. Не для фабрики, для будовы фабрики обок моего дома, где мешкам. И если вы обратите внимание на протестующих людей, они это делают со страстью и энергией. Если попадшим на людей, которые протестуют, то они это робят с пассией, с энергией. Люди протестуют везде, на кухнях, на улице, в интернете. И робят это всюду, на кухне, на улице, в интернете. И пытаются этим сказать через протест, так не должно продолжаться. И они пробуют выразить мысль, что так не может уж быть, так не может остаться, не может быть так контоновано. Теперь представьте себе на секунду, вы выходите на центральную улицу вашего города, например, музей науки в центре Варшавы, музей науки и культуры в центре Варшавы. И теперь вообразите себе, что вы выходите в центр вашего города, например, при Палаце культуры и науки. И вы собираетесь заявить о протесте. И замежаете сделать такое, организовать протест. У вас давно назревал этот протест в голове. Отдавно уж этот помысел дойжевал у вас в голове. Вы достаете свой баннер. Вы достаете свой транспарент, плакат. Разворачиваете его. Раскрутите, раскладаете. Там три слова. И мате там три слова. Нет больше слез. Никогда больше слез. Это ваш протест. То есть ваш протест. И люди смотрят на вас. Что ты делаешь? И люди пачал на тебе и мувен, что ты робишь? Вы говорите, это мой протест. И мувен, что есть мой протест? Мне не нравятся все эти слезы в этом мире. Не подобаемся, не любят их узы в этом свете. Мне не нравится вся эта печаль и боль в этом мире. Не любят того смутку, того булу. Я хочу мир, в котором нету слез. Хочу свята, в котором не молез. И это мой протест. И то есть мой протест. Согласитесь, это амбициозный протест. Чи згодитеся, що це такий амбітний протест? Намного більш амбіціозний, ніж вийти і сказати ні будівництву нового дому замість нового заводу замість парку. Овіле більш амбітний, ніж протест проти будови фабрики замість парку. І, можливо, це навіть більш амбіціозний протест, ніж сказати ні війні. І, може, навіть більш амбітний, ніж повідати ніколи більше війни. Ні більше сліз. Нема більше вас. Ніколи більше вас. Сльози – частина нашої життя. Узы – часть частью нашего жизни. Часть обычной жизни здесь на земле. И часть звыклого жизни тут на земле. Всем бывает больно. Каждый из нас досвячал булу. Все плачут. Каждый плакал. Разве кто-то из вас, кто слушает меня, хоть раз не плакал в жизни? Чи хоть кто-то из вас, кто сейчас меня слушает, никогда в жизни не плакал? В конце концов, мы даже входим в этот мир с плачем и уходим с плачем. В конце концов, входим до этого света с плачем и отходим тоже с плачем. Мы не входим в этот мир и не говорим: «Мама, спасибо большое, врач, вы сделали классную работу». То не деется так, что отбывался поруд, и каждый говорит: «Мама, дякуємо бардо за поруд, лекарям тоже дякуємо». Не, мы входим в мир. Не, входим с таким плачем. Ну, не почти таким, чуть лучше, наверное. Мы уже трохи, может, лучшим, але... Все из нас плачут. Всі плачемо. Я не знаю, когда вы плакали последний раз. І не знаю, коли плакалися останній раз. Ми плачемо по різним причинам. Але плачемо з різних причин. Звісно, бувають сльози радості. Очевидно, здаряються сльози радості. Ну, це рідкість. Але то рідко. Согласитесь, чаще всего ми плачемо, і це сльози печалі. Чи згодитеся, що чаще плачемо за смутку? Ми плачемо, це сознання потери кого-то или чего-то. Плачемо, коли усвідомляємо собі, що щось втратилися, або втратилися, або когось втратилися. Якщо ти бачиш когось плачущим, ти підходиш і спрашуєш:
Что случилось? Если видишь особу, которая плачет, то подходишь до ней и пытаешь, что се деет, что се выдожило. И человек говорит тебе о потере кого-то или чего-то ценного. И человек тебе оповеда о том, что стратил, о кимсь альбо о чимсь. Чаще всего слезы обозначают эту потерю. Найчаще właśnie узы означают ту утрату. Возможно, вы уже видели множество слез на лицах украинских граждан, которые бежали сюда из своей страны. Быть может, видели сте дуже лез на тважах обывателей Украины, которые утекали и знали се тутай в Польсце. Я помогаю в нескольких волонтерских инициативах, я вижу много слез на лицах украинских женщин. Помагам в кільку організаціях волонтеристичних і видя бардо дуже лез на тважах кобіт з України. Некоторые из них плачут, потому что они потеряли свой дом. Некоторые плачут, бо уж нема их дому. Свою страну. Або по поводу утраты своего краю, бо мусили опустить го. Некоторые потеряли даже детей. Некоторые стратили дети. Или близкого человека. Або близкую особу. Но для нас это может быть что-то более приземленное, не столь драматичное. Для нас это может не быть что-то аж так драматичного, что-то такого более земского. Возможно, мы плачем о потере безопасности. Быть может, плачем, бо стратили мы почуття безпечества. Потери здоровья, когда вы слышите диагноз врача. Або утрата здоровья, когда слышим диагнозы лекаря. Когда врач говорит, твое тело или твой разум не будет больше таким, как прежде. Когда лекарь говорит, что твое тело или твой умысел уже никогда не будет таким, как и был. И мы слышим этот диагноз, и мы плачем. И мы слышим это распознание и плачем. Мы плачем, когда не сбываются наши мечты. Плачемо теж, коли зруйновані са наші мажання. Ми представляли, як життя пойде. Виображалися собі, як буде виглядало наше життя. Ну, що-то пішло не так. Але щось пішло не так. І ми спитуємо розчарування, і ми плачемо. І відчуваємо розпач, розчарування і плачемо. Задумалися над тим, коли ми плачемо, що відбувається з нами в цей момент? Чи кидиколвік мислилися над тим, коли плачемо, що діє з нами? І чому ми взагалі плачемо? В ogóle для чого то є? По що плачемо? Я думаю, что каждая слеза, которую мы проливаем, она по поводу любой потери, она указывает на более большую потерю, которую мы все испытали. Мысля, что каждая уза, которая себя вылева из нас, то она вказывает на większą утрату, ніж утрата, с поводу которой плачем. Каждая слеза показывает на утрату чего-то большего. Чили она вказывает на утрату чего-то większego. Я думаю, человечество и люди утратило что-то столь прекрасное и ценное для нас. Мысля, что людскость утратила что-то настолько пинкнего и ценного для нас. И теперь эта большая потеря эхом звучит в миллионах других маленьких потерь. И теперь эта большая страта, чи утрата, звучит как эхо, как отголос в иных, в миллионах иных утрат. Я думаю, что это самая великая потеря человечества. Мысля, что это наибольшая утрата для людскости. Это потеря отношений с Богом, который создал нас. И тут и ходит о утрате релации с Богом, который нас створил. Мы утратили их. Стратили мы то. Он любящий Бог, он прекрасный. Он создал нас, в конце концов, для себя. Бог есть Богом кохающим, он есть вспанялый, чудовный и створил нас для себя. Но вместо отношений с ним человечество решило изменить предназначение. Как и всего мира, так и самих себя. Але замест релації з ним людськость твердила, що зміни своє призначення, в ogóle свій ціль, як для цілого світу, так і для самих себе. І самая великая потеря – это потеря того, для кого мы были созданы. Ну і найбільша утрата є власне утрата того, для которого были мы створені. І тому, що ми втратили його. І з того поводу, що втратили ми його, тепер ми испытываем чувство потери в мільйонах маленьких других вещей. То зараз мільйон разів досвідчаємо те саме почуття втрати в різних інших речах. Но все ці маленькі потери указують на потерю самого главного. Але та всі мали втрати тільки вказують на втрати того найважнішого. Наші сльози, я вже повторююся, вони говорять про потері. І наші узи, власне, мовлять о тій втраті. Мы знаем, что такое слезы, мы плакали много раз, но тем не менее мы не знаем, как реагировать, когда кто-то в нашем присутствии начинает плакать. Велокротно сами плакались мы, але радше не вемо, як зареагувать, коли хтось плаче перед нами, обок нас. Ти не знаєш, що делать, когда напротив тебя сидит человек, и его лицо закрыто слезами. Не вірш, що робить, коли маєш перед собою особу, і попросту узиму тікнув цілий час, і хтось плаче. Большая часть людей, которых я вижу, они впадают в ступор.
Większa część ludzi, których znam i widzę, to oni po prostu nie wiedzą, co ze sobą zrobić i mają takie... sparaliżowani są. Ludzie próbują сказать разные вещи или сделать разные вещи. Próbują coś powiedzieć, coś zrobić. Мы пытаемся что-то как-то утешить человека. Próbujemy jakoś pocieszyć tą osobę. No, ты говоришь неаккуратную фразу. Ale mówisz coś nieostrożnego. И человек начинает плакать еще больше. I ta osoba jeszcze bardziej zaczyna płakać. А некоторые пытаются быть очень практичными. Niektórzy próbują być bardzo praktycznymi. О, ты плачешь. О, плачешь. Может, тебе водички принести? Хочешь воды? Может, тебе с чаем сделать? Хербатки. Или, может, давай проблемы твои решим быстро? Або, может, розв'яжемо твой проблем попросту. Да, давай, расскажи, мы быстро все решим. Więc opowiedz szybko wszystko rozwiążemy. Ну, а некоторые люди вообще реагируют банальными фразами. А некоторые просто używają банальных таких зданий, поведения. Знаете, как пластырь к раковой опухоли приклеить. То есть, как пластырь на рака приложить. Говорят, если человек умер, они говорят, он ушел в лучшее место. Więc jak ktoś odszedł, to ktoś może odpowiedzieć, no odszedł do lepszego miejsca. A niektórzy po prostu вообще избегают людей со слезами. A niektórzy w ogóle unikają ludzi, którzy płaczą. Мне некомфортно, я не знаю, что делать, я лучше уйду. Nie czuję się z tym komfortowo, nie wiem, co z tym zrobić, więc lepiej odejdę. I jak ja widzę, po krajnej mierze w naszej kulturze. I jak ja widzę w naszej kulturze. У нас нету инструментов, чтобы помогать другому человеку, когда он находится в слезах. Мы не имеем оружия, чтобы помогать иной особе, которая плачет. Мы очень дисфункциональная культура, когда дело касается слез. Наша культура есть такая трохи дисфункциона, если ходи о узы. Поэтому именно многие люди скрывают свои слезы. Для того, велу люди укрыва свои узы. Я не хочу, чтобы кто-то увидел их. Не хочу, чтобы кто-то увидел. Мы быстро вытираем, натягиваем искусственную улыбку. Шибко осушаем, натягиваем штучный усмех. И говорим, все нормально. И мовим, все в порядке. Мы не хотим, чтобы кто-то увидел нас уязвимыми и плачущими. Не хотим, чтобы кто-то увидел, как плачем и что jesteśmy vulnerable. Слаби, окей. Мы не хотим показаться людям эмоциональными, либо людьми, которые не могут справиться со своими чувствами. Не хотим показать себя, или уходить за людьми, которые эмоциональны, или не родимы себе с учутями. Когда дело касается Библии, она относится к нашим слезам совершенно иначе. Але если ходи о Библии, то она трактует наши узы зупевне иначе. Она подходит к слезам не так, как наша культура. Трактует не так, как наша культура. На самом деле в Библии есть целая книга, которая посвящена слезам. I tak naprawdę w Biblii nawet jest cała księga, która jest poświęcona łzam. Księga, która nie wstydzi się słез. Księga, która nie wstydzi się łez. Księga, w której wy увидите mnóstwo ludzi płaczącymi опять и опять. Księga, w której zobaczycie mnóstwo ludzi, którzy płaczą znowu i znowu. Книга, которая не говорит тебе инфантильных советов, типа «соберись тряпка». Книга, которая тебе не дает таких инфантильных рад в стилю «весь все огарней». Хватит тут наматывать сопли. Przestań się mazać. Книга, которая не пытается дать тебе быстрый совет. Więc та книга не пробует тебе дать шибкой рады. Сказать, сейчас мы разберемся и быстро поможем тебе. Że zaraz wszystko tutaj rozwiążemy i ci pomożemy. Она подходит к слезам с феноменальной честностью и дает надежду. Библия трактует узы с феноменальной щиростью и дает надежду. Библейское слово, которое описывает наш опыт слез, это плач. Biblijne słowo, które opisuje łzy, czy kiedy płaczemy, to jest płacz. I paradoksalne, że Biblia chce nauczyć nas płakać. I Biblia chce nauczyć nas płakać. Płakać wierne. Płakać właściwie. Znać, jak wyrażać nasz płacz. Wiedzieć, jak wyrażać swój płacz. Jak oblikać go w słowesną formę. Jak to wyrażać słownie. Jak mówić o nim drugim ludziom. Jak mówić o tym z innymi ludźmi. I jak donosić go Bogu. И как это выражать перед Богом? Я хочу прочитать один плач вместе с вами. Я хотел бы прочитать один такой плач разом с вами. Так что мы будем знать, как реагировать на собственные слезы, ну и слезы других людей. Więc będziemy wiedzieli, jak reagować na własne łzy i na łzy innych ludzi. А сейчас в нашем регионе очень много слез. А teraz w naszym regionie jest naprawdę dużo łez. И одна ремарка, которую быстро скажу. Плач – это не такое действие, как советуют психологи, что ты просто прошел, поставил везде галочки и двинулся дальше. Хотел бы еще сказать, что плач это не есть такое что-то, как психологи радзом, чтобы просто себе поплач, отхач то и есть залатвёное, идти далее. Скорее, плач это путешествие. Плач есть речей подружом. Где ты находишь себя в определенном состоянии. Где знайдуешь себе в певном стане.
ты находишь правильные слова объяснить это состояние. Знайдуєш властиве слово, щоб витлумачити цей стан. А потом пытаешься двигаться в путешествие дальше, где найти надежду и исцеление. И позже пробуешь взять то и рушать далее, где пробуешь знаleть надею, правду и улечение того. И некоторые из вас, возможно, находятся прямо сейчас в состоянии плача. Можливо, кто-то из вас есть сейчас в состоянии плача. Поэтому этот псалом будет очень полезным для вас. Więc ten psalm będzie bardzo korzystny. Это 12-й псалом, мы его прочитаем в 3 захода. То есть псалом 13-й. W Biblii Rosyjskiej to jest 12, u nas to jest 13 i przeczytamy to w 3 etapy. Psalm Dawida, dyryżor chora. Dla tak. prowadzącego chór. Trzy pierwsze stycha. Chociaż? Как долго, Господь? Неужели забыл ты меня навеки? Как долго ты будешь скрывать от меня свое лицо? Как долго мне муку в душе носить и целыми днями крушить болью сердце? Как долго моему врагу надо мной кичиться? To są trzy pierwsze wersety. Dla prowadzącego chór, psalm Dawida. Panie, jak długo? Czy wciąż będziesz o mnie zapominał? Dokąd będziesz skrywał przede mną swoją twarz? Ile czasu mam szukać rad we własnej duszy, ze smutkiem w sercu chodzić cały dzień, kiedy też mój wróg przestanie mieć nade mną przewagę? To начало плача Давида. To jest początek płaczu Dawida. Jeśli wy nie czytali Biblii, to mnie interesuje, nie udziwiacie się wy, kiedy widzicie takie słowa? Если не читалисти Библии, то есть там чекав, чи в ogóle ще не дивіте, що Біблія завіра таке слово. Где человек говорит: Бог, ты где? Как долго? Где человек говорит: Боже, где єстеш і як довго? Вы прямо можете увидеть, как эти слова наполнены агонией, они наполнены болью. Więc можете побачити, як ці слова są przepełnione agonią, bólem. Можно слышать, как сердце Давида разрывается на части. Можно побачити, як серце Давида просто пенка на кавалки. Хто був Давид? Це був великий цар. Але ким був Давид? То був великий король. Цар ізраїльського народу. Король народу ізраїльського. Муж по серцю Бога. Człowiek według serca Bożego. Тот, кто победил Голиафа. Ten, który zwyciężył Goliata. Тот, кто очень близко знает Бога. И ten, кто знает Бога bardzo blisko. Тот, кто написал большую часть этих псалмов, в конце концов, самой большой книги Библии. Ten, кто в конце концов написал większą część wszystkich psalmów, и то есть jedna z większych ksiąg Biblii. Посмотрите, в каком положении он находится сейчас. И zobaczcie, w jakim jest stanie teraz. Он плачет. Płacze. В агонии. Jest w agonii. Когда мы учимся плакать, нам надо научиться очень честно выражать свою боль. И когда учимся плакать, мы должны научиться щедро выражать свой боль. Мы видим, вот как Давид себя чувствует. Видим, как Давид себя чувствует. Он не пытается спрятать это или замаскировать под политкорректные слова. Не пробует этого ни сховать, ни замаскировать под какими-то поправными словами. Он говорит искренне. Говорит щедро. Большинство из нас, когда мы плачем, мы закрываем свои рты и впадаем в оцепенение и ступор. Większość z nas, kiedy płaczemy, to po prostu zamykamy się i jesteśmy sparaliżowani. My niczego nie mówimy. I nic nie mówimy. My молчим. Milczemy. Молчим. Milczemy. Ja widział to сотни раз. I widziałam to setki razy. Człowieku bolne i on молчит. Człowiekowi coś boli, coś dolega i on milczy. To молчание усугубляет боль. И то только насила боль. Оно увеличивает его. Только звенька его. Оно изнутри съедает. То от środka по просто съеда этого человека. Плач учит облекать боль в словесную форму. Але плач учи уймовать боль в слова. Это начало процесса исцеления. То есть початок процесса уздоровления, улечения. И в Библии вот мы видим прямо приглашение от самого Бога, чтобы облекать свою боль. И в Библии видим запрошение от самого Бога, чтобы уймовать в слово свой боль. Бог даже дает нам слова, которые могут помочь нам облечь свою боль в словесную форму. Бог даже дает нам те слова, которых можем ужить, чтобы это окреслить, описать. Принести эту боль потом к Богу. И принести это до Бога. Ну, я хочу посмотреть на эту боль чуть ближе с вами. Але хотел бы увидеть трошки ближе этот боль. Он говорит, что испытывает боль прямо в трех измерениях. Давид говорит, что ten ból, który odczuwa, to on jest w trzech wymiarach. To ból z верху. To jest ból z góry. Ból z nutri. Ból od wewnątrz. I ból z naruży. I ból z zewnątrz. I po pierwsze, on mówi o ból z верху. Najpierw mówi o tym bólu z góry.
потеря отношений с Богом или то, как он испытывает отношения с Богом. То, как отчува утрата релации с Богом. Давид говорит: вот моя боль, ты забыл меня, Бог. Давид говорит: то есть мой боль, ты о мне запомнял. Неужели забыл ты меня навеки? Как долго ты будешь скрывать от меня свое лицо? Чи вчонж о мне запоминаш, як довго... як довго... Іле часу мам шукать рад по власній душі і за смутким серцю ходить цілий день? Давид чувствует, он отделен от Бога, он отрезан, он изолирован, он забыт. И Давид чує, що есть отчентый от Бога, отизолованный и запомнянный. Он выражает эту боль сильным языком. И выражает этот боль очень мощным языком. Бог, ты забыл меня. Боже, запомнялось. Ты где? Где есть? Ты где, Бог? Где есть, Боже? Ты не видишь, где я? Чи ты не видишь, где я есть? Ты не видишь, что происходит со мной? Чи не видишь, что се деє за мною? Говорили ли вы с Богом хоть раз подобным образом? Чи розмовлялась кедиколвек с Богом в тен способ? И как вы думаете, когда Давид говорил эти слова, разве слезы не лились ручьем по его лицу? Як мислите, чи кеди Давид не виповедав тих слов, то чи у зиму не текли просто струменями з очу? Ты где, Бог? Где естеш, Боже? Нет ничего плохого в том, чтобы научиться выражать нашу боль или даже наше недовольство Богом в молитве. И нема ніц злого в тим, чтобы научиться выражать наш боль, а навіть незадоволення в молитве перед Богом. Нам надо научиться выражать свое разочарование и боль. Мусимо научиться того, чтобы это выражать, свое розчарування боль. Говорить честно с Богом, как мы себя чувствуем. И мовить с Богом учтиво и щиро, як є, як себе чуємо. Бог знает, что жизнь по эту сторону неба очень тяжелое путешествие. Бо Бог вє, що життя по тій стороні неба є дуже тяжким подорожем. Теперь, конечно, надо быть очень аккуратными здесь, чтобы не начать обвинять Бога. Зараз, очевидно, треба бути дуже осторожним, щоб не почати обвиняти Бога. Бог говорить з перспективи віруючого чоловіка. Бог? А Давид говорить з перспективи віруючого чоловіка. Бо Давид мовить з перспективи особи віруючої. Боль віруючого чоловіка. Тобто боль віруючої особи. Ну, затем Давид говорит о внутренней боли, которую он испытывает. А позднее Давид говорит о внутреннем боли, который отчува. Посмотрите дальше, Псалом говорит: «Как долго я буду носить муки в душе моей?» Смотрите далее, он говорит в Псалме: «Как долго, чи или часу мам шукать рад во власній душі?» Вот что внутри теперь я испытываю. Я чувствую, ты забыл меня. Ну вот что внутри еще боль разрывает меня на части. Я ему говорю: то есть то, что чую в środку. Раз же ты о мне запомнялась, але то еще то, что сжера мне от вовнутрь. И этот плач начинается с пугающей честности. И этот плач начинается от переражающей щирости. Вот Бог, как я испытываю жизнь. Ото, как досвідчам життя. В нашей поверхностной культуре люди часто говорят плачущим людям: тебе надо просто развлечься. В нашій повіршковній культурі люди часто мовлять до людей, які плачуть, що мусиш просто ще розпрошити, щось поробити до цікавого. Перестань думати про плохом. Перестань мислити о чомусь злим. Подумай о чомусь, зроби щось, що ти любиш робити. Зроб щось, що кохаєш робити. Тобі треба розвіятися. Мусиш ще розпрошити трошки. Просто вспомни своє хобі. Припомни собі своє хобі. Библия говорит: не надо отвлечься. А Библия говорит: не расспрашивайся. Не надо отвлекаться. Не треба того робить. Встреться лицом к лицу со своей болью. Говорит: споткайся тважом в тваж за своим болем. Будь честен о том, как ты испытываешь реальность. Будь щирий то до того, как проживаешь рзечевистость. Если вы находитесь сегодня в полной апатии, депрессии или разочаровании, или в беспокойстве, если сегодня отчуваете тотальную апатию, депрессию, розчарування, непокой, или вы испытываете боль от потери кого-то или чего-то, або отчуваете боль с поводу утраты когось або чегось, будьте честны. Будьте щежи. Но затем Давид говорит еще о другом измерении своей боли. И позднее Давид говорит еще о третьем вымяже своего болю. О внешней печали и боли. О зовнешнем смутку. Он говорит: как долго мои враги будут возноситься надо мной? Мови, кеды теж мой враг перестанет иметь надо мной превагу. И тут его печаль, скорее всего, по поводу обстоятельств, в которых он оказался. И то есть, речь спроводована околичностями, в которых сейчас налазу.
Мы не до конца знаем контекст этого псалма. Не до конца знаем о контексте этого псалма. Но очень вероятно, что речь идет о его сыне, о Авессаломе, который восстал против собственного отца и решил украсть его трон. Але дуже правдоподобно є, що ходило його власного сина, Авессалом, Абсаломе, який ще спротивив власному отцу і хотів зайняти його місце. Только писать, вот это контекст, в котором находится Давид. Я чувствую, Бог, ты забыл меня. И то есть контекст, в котором Давид сейчас найдує. Отчувам, Боже, же о мне запомнялись. Мое сердце рвется внутри на части. Мое сердце пенка. Вокруг меня враги. И до кого мам врагов? Один из них, который мой собственный сын. Один из них есть моим властным сыном. Который хочет убить меня. Который хочет меня забить. И Давид честен. И Давид есть щирый. Чувствовали себя хоть раз подобным образом? Чи чулисься ще так, кедиколвек, хоть раз? Ну, я хочу обратить внимание на одну здесь деталь в псалме, которая мне кажется очень интересной. И тут я хотел бы обратить увагу на певен щегол в том псалме, который выдаем еще быть бардо цікавым. Каждая жалоба Давида начинается со слов «как долго». Каждая, как бы, та скарга Давида начинается от слов «як долго». То, очевидно, ходит о тлумачении, и у нас то так не бжми... У нас не начинается каждое. Ale jak zobaczymy na polskie tłumaczenie, to też jest ile czasu, kiedy, dokąd, tak? No, w ruskim jak długo, tak? Mm-hmm. Skazali, tak? Tak, ale po rosyjsku mamy, każde to zdanie zaczyna się jak długo, jak długo, jak długo. I w angielskim też będzie to, że перевод. W angielsku też raczej tak będzie. How long, oh Lord? Mm-hmm. Czyli как по angielsku też raczej, jak długo, dokąd. I ten оборот очень важен для того, чтобы понять этот псалом здесь. I ten szyk zdania jest bardzo ważny, żeby zrozumieć ten psalm. Каждый раз, когда мы ездим с нашими детьми куда-нибудь в путешествие, за каждым разом, как ездим где с детьми в какую-нибудь подружь, дальше, мои дети сидят на задних сиденьях, то дети сидят там на тыльной канапе, и мы только выехали, прошло 20 минут дороги, и они спрашивают: папа, как долго еще ехать? И то первые выехали, мы 20 минут только минуло дороги, а они уж пытают: тато, как долго еще мама ехать? А еще ехать много-много часов. А ехать еще очень много годин. Они спрашивают: папа, мы уже там? И они целый час пытают: «Естесь мы уж?» Пап, мы уже приехали. И уж дотарлись мы. Пап, мы уже на месте. И уж естесь мы на месте. И я такой начинаю раздражаться. И я просто начинаю уже донервовать. Говорю: ну, конечно нет, если бы мы приехали, я бы остановился. И говорю: очевидно же не, когда бы мы уже дотарли, я бы себя затримал. Мы еще не там, когда я остановлюсь, мы будем там. Не естесь мы еще там, если затримал, то там будем. И вот этот плач Давида говорит о том, что есть там. І той плач Давида мові о тим, що є там, якесь там. Це те, що Давид говорить: я знаю, що є там. І Давид мові: я вім, що є там. Я хочу попасть туди, де там. І хоче там трапити. Мені не подобається бути тут. Не подобається тут бути. Мені тут больно. Болить мені то. Я чувствую забитим тобою. Чуєш, я запам'яний через тебе. Мені больно внутрі. Болить мені тут все всередка. І одні труднощі знаружи. І довкола саме труднощі. Я хочу бути там. Хочу бути там. Бог, когда мы приедем? Пане Боже, кеды дочемы? Бог, когда мы приедем? Кеды уж доедем в том месте? Когда мы будем там? Кеды уж там будем? И это, по сути, его молитва. И то есть его молитва. Тут как Давид здесь, как мои дети в долгом путешествии. И Давид есть тут, и вообще, как мои дети в той подруже. Давид приходит с заднего сиденья к Богу и говорит: Бог, когда мы приедем? Приходит с той тыльной канапы до Бога и говорит: Пане, кеды? Кеды дочемы? Но на этом плач его не заканчивается. Але на этом плач ще не кончится. И очень важно, что плач не заканчивается на этой ноте. И то есть очень важно, что ще не кончится на этой ноте. Потому что если бы он здесь закончился, это был бы замкнутый круг боли. Бо если бы то тут ще скончило, то бы было таке блинне коло болю. Ты бы просто ходил по этому кругу боли, не продвигался никуда вперед. Ты просто ходишь в кулко и нигде ще не посуваешь. Это, кстати, с многими людьми, которые находятся в состоянии депрессии, я часто заметил. Они ходят по кругу. И зауважил то в людях, которые имеют депрессию, что они просто в кулко себе ходят. Они честны по поводу своей боли. Сон щежи то за своего болю. Но они не пытаются понять, как сойти с этого порочного круга. Але не пробуем себе выкомбиновать, как могут зайти с тех торов, с того кулка. Как выйти в сторону света. И как выйти в сторону света. И вот здесь 4 и 5 стих в этом псалме поэтому так важны. И для того 4 и 5 версет сон аж так важны в этом псалме. Посмотрите, он говорит: Господи мой Боже, взгляни на меня и ответь. Жизнь вновь зажги в глазах моих, иначе я умру. И скажет враг тогда: я одолел его, и моему возрадуется поражение. 4 и 5. Спущ, о Пане, отповедь мне, мой Боже,
роз'ясній мої очі, нех їх не замкне сан смерті, бо мій враг не повідяв, поконавим го, і противниці не утішилися, що опадуєм з сил. Когда ви чесно виразили свою боль? Коли щиро виразилась свій боль? Ви починаєте взивати о світі. То починаєш волати о світло. О лучі надежді і проблиски в вашій житті. О промику надії і таким проблиску в вашому житті. Обратите, я так люблю ці слова, я часто молюсь ими на самом деле. Зажги жизнь в глазах моїх. І я дуже люблю це слово, бо просто увірюю, я і дуже часто ще модлю тими словами. Роз'ясній мої очі, але секунду я переведу, тому що знову чи другий перевод. Але по-російську то бжмі як запал життя в моїх очах, дословно. Запал життя в моїх очах. Угу. Мені не дуже подобається польський перевод. Не подобається ще польське тлумачення. Тому що навіть в англійському і в оригіналі буде зажги світ в глазах моїх. Lighten up my eyes. Типу, зажги світ в глазах моїх. Ну, тут якби розсвітлі мої глаза. Очень важно, наоборот, зажги жизнь в глазах моих. И то есть очень важно, właśnie, разъясни мои очи, або запаль життя в моих очах. Просто попробуйте увидеть, насколько прекрасный это образ. И спробуйте себе вообразить, який пекний то есть образ. Человек в боли – это человек в темноте. Человек в боли – то есть человек, который находится в темноте. Даже слезы не позволяют видеть свет так хорошо. Лзы мы не позволяем видеть в уголе того светла добре. И он молится, зажги жизнь в глазах моих. И он еще модли, запаль то життя в моих очах. Пожалуйста, позволь мне увидеть что-то от твоего света. Позволь мне забачить цось от твоего светла. Позволь мне увидеть что-то от света жизни, который есть в тебе. Позволь забачить цось от светла життя, которое есть в тебе. Видите, Бог, которого мы утратили, это тот же Бог, который безмерно любит свой народ. Бо Бог, которого утратили мы, то есть тот самый Бог, который очень коха свой народ. Бог, который полон света и жизни, в котором вы можете найти свет даже для вашей темноты. Есть полный светла, життя, который может разъяснить каждую темность. И Давид взывает об этом свете. И Давид просит о то светло. Вы видите срочность его в молитве здесь? И чи видите пильность в той молитве? Дай мне света, или я умру. Он говорит, дай мне то светло, альбо умре. И то есть тоже так дословно в русском, иначе умре. Так есть написано. Видите срочность? Дай мне свет, или я умру. Дай мне то светло, иначе умре. Если ты не зажжешь мои глаза, я не справлюсь с жизнью. Не дам рады, если не разъяснишь моих очей. Я не смогу пройти через это. И попросту не пройду через это. Это именно как выглядит правильный плач. І то є, як то власне так виглядає властивий плач. Ти виражаєш свою боль. Виражаєш свій боль. Но затем ти просиш Бога о свете для твоєї жизни. А пізніше просиш Бога о святло в своєму житті. Но затем є третє движение в нашому псалмі, третій шаг. І пізніше є такий третій крок в тому псалмі. Очень важный. Дуже важный. Он начинается с приставки но, отрицание но. І он ще починає від але або від przecież. Но я уповаю на твою милость. Мое сердце возрадуется спасению твоему. Господь буду петь, потому что он ко мне благ. И то есть шестой версет. А я przecież złożyłem ufność в твоей ласце. Мое сердце есть полно радости с твоего избавления. Для Пана прагнę śpiewać, gdyż он mi оказал wspaniałą myślność. Как вы думаете, легко ли Давиду было сказать эти слова, что он выбирает доверять Богу? Как мыслите, чи легко было для Давида сказать эти слова, что уфа Пану? Вспомните то, что мы сказали секунду назад, как он чувствует себя по отношению к Богу, что он испытывает внутри, что он испытывает снаружи. Припомните себе то, о чем мы говорили мы секунду тому, как он себя чует, так, что до Бога, что до себя, что до околичностей. У нас, кстати, возможно, есть соблазн покритиковать этот псалом и сказать, а, ну так и знал, все как обычно, все плохо, 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 бамс, все хорошо. И могли бы мы улец покуся и поведеть, что добра, то есть колейное место в Библии, такое паттерновое, шаблоновое, что есть бардо зле, 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 а позднее бах, все есть добре. Ну я честно сомневаюсь, что Давид перестал плакать, когда он говорил последние слова этого псалма. Але, щиро мовлячи, бардо вонтпе, что Давид перестал плакать, когда мовил те останнє своє слово в тим псалмі. Я не думаю, что он говорит их с воодушевлением, но я выбираю доверять тебе все равно Богу. Więc nie mówię, że z taką zachętą i taki pocieszony już mówię, ale już ufam Tobie, Panie, i wybieram Tobie ufać. On mówi, to продолжаje płakać. On to mówi ciągle płacząc. No ja wybieram doverać Tobie, Bóg. Że ale wybieram ufać Tobie. Ja będę продолжать уповать на Твою милость. I będę dalej
уфать твои надеи и твои ласки. Это выбор сквозь боль, плащ и слезы. Продолжать доверять Богу. И то есть выбор через узы, через плач, через боль, чтобы зауфать Пану. Выбор доверять тому, что он не может увидеть. И выбор зауфать тому, чего навод не может забачить. В этом моменте неизменная Божья любовь не видна Давиду. В том моменте такая неизменная Божья милость, она не есть видочна для Давида. Это слово, кстати, милость, оно переводится как, скорее всего, хесед, неизменная любовь. И то слово, которое ужитое есть тут, то речей можно притумачить, как неизменная ласка. Я выбираю доверять твоей неизменной любви. Więc выбирам уфать этой неизменной ласке. Я выбираю продолжать петь этот псалом боли и надежды. Выбирам далее спевать этот псалом надеи. Интересно, я думаю, что здесь эмоции и слова Давида не находятся в синхронизации. И то есть цікаво, мислю, что тут эмоции и слова, которые Давид выповедает, не синхронизованы. Он не испытывает, как я сказал, воодушевления здесь. Он не чувствует жадной потехи тут. Он делает выбор доверять. Але выбира зауфать. И вот это дорога плача. И то есть дорога плачу. Библейского плача. Так как у библейного. Как я вначале сказал, плач приглашает к путешествию. Так как поведяем еще вчесней, что плач запраша до подружи. Плач приглашает страдающего человека к путешествию. Запраша особи, которая терпи в том подруж. Где ты находишь себя в состоянии боли. Знайдуешь себе в стане булу. Где ты испытываешь потерю. Отчуваешь утрате. Ты находишь слова. Але знайдуешь слова. Которые помогают тебе выразить эту боль. Которые помогают тебе выразить этот боль. Когда ты правильно выразил эту боль, ты просишь Бог, зажги жизнь в моих глазах. И когда уж поправнее выразилась, описалась этот боль, то мовишь, Боже, запаль то святло, то житие в моих очах. И продолжая путешествие, ты продолжаешь доверять Богу. И континуя с тобой подруж, далее уфаешь Богу. Это библейский плач. И то есть библейный плач. И это не путешествие, которое ты однажды совершил в жизни, поставил все галочки, и оно закончилось. И то не есть такая подружка, которым раз отбылась, отхочилась, и уж то еще не повторит. Нет, это путешествие, в которое мы отправляемся часто каждый день. То есть подружка, в котором часом удаемся соденне. Особенно, когда мы находимся в темноте. Щегульник, когда естесь мы в мраку, в темности. Вы можете спросить про себя, ну как я могу доверять тому, кого я даже не могу увидеть? Ну и можете так себе запитать, же, как я могу зауфать тому, которого не могу даже забачить? Мы можем выбрать доверие Богу сегодня. И можем выбрать зауфание Богу дисяй. Потому что Божья неизменная милость или Божья неизменная любовь была явлена людям. Бо та Божья неизменная ласка уж была объявлена людям. Бог показал эту любовь. Бог показал эту милость. В Ветхом Завете он опять и опять обещал людям, я буду неизменно любить вас. В Старом Тестаменте Бог велокротне обещал, что бенде вас кохал, бенде вас миловал. Но в Новом Завете он показывает нам, как выглядит эта неизменная любовь. А в Новом Тестаменте Бог нам показал, как выглядит эта неизменная ласка. Где он выполняет эти обещания через своего Сына Иисуса Христа. И он уж выполняет все свои обетницы в Пану Иисусе Христе. Который пришел в мир боли и плача. Который пришел до того света булу и плачу. Который сам вошел в этот мир с плачем. Сам вшел до того света. Ушел из этого мира с плачем. Отшел с плачем. Который пришел, чтобы спасти нас от плача. Але пришел, чтобы уратовать нас от плача. Пострадал и умер. Терпел и змару. Чтобы любить неизменной Божьей любовью. Чтобы кохать там неизменную милостью, неизменную ласку. Чтобы показать эту неизменную любовь. Чтобы показать там верную милость. Также он пообещал, что однажды наступит новое творение, в котором не будет плача, слезы и боль. И так само он обещал уже, будет тоже новое творение, когда уж не будет плачу, не будет лез, не будет булу. Не будет страданий, смерти, где внутри всякую слезу. Не будет терпень, не будет смерти, где застанет отарта каждая уза. Бог не боится ваших слез. Więc Бог не боится ваших слез. В нашей культуре некоторые люди не знают, что делать со слезами. В нашей культуре никто уже не ведет, что с этим сделать. Когда Бог видит ваши слезы, Он знает, что с ними делать. Але когда Бог видит ваши узы, Он ведет, что с этим сделать. Он мастер в том, чтобы разбираться со слезами. Он есть мистером в том, чтобы порадить себе за узами. И в краткосрочной перспективе здесь, на земле. Як в такой перспективе краткотрвалой, ту на земле. И в долгосрочной перспективе вечности. А навод в той долготрвалой, если ходя о вечность. Он разбирается с нашими слезами здесь и сейчас, давая нам живую надежду. И Он дает нам живую надежду, когда тут огарня наши справы за узами. И Он разбирается с нами, нашими слезами в вечности, давая нам воскресение и новую жизнь. Але теж дал себе раду, чтобы это все сделать так, чтобы мы имели из мертвых станий вечное житие, без лез. Когда Христос умирал на кресте, Он показал нам,
Что это значит любить людей неизменной любовью? И когда Христос właśnie умирал на крыже, то Бог нам показал, что это значит кохать людей неизменной лаской, милостью. У меня есть намного больше причин, чем было даже у Давида, чтобы выбрать доверие Богу. Więc ja mam nawet więcej przyczyn niż Dawid miał, żeby wybrać zaufanie Bogu. Dawid nie znał niczego o Chrystusie Chrystusa. Dawid niewiele wiedział o krzyżu Chrystusa. My znamy. Ale my wiemy. My znamy Boże niezmienne lubienie. I my wiemy o tej niezmiennej łasce. On lubi was nawet wtedy, kiedy wy nie czujecie tego. I Bóg kocha was nawet wtedy, kiedy tego nie odczuwacie. No, póki my nie вернулись обратно к своему Творцу, nasza задача научиться правильно плакать в этом мире. Ale dopóki nie wróciliśmy do naszego Stwórcy z powrotem, to naszym zadaniem jest nauczyć się poprawnie płakać w tym świecie. Kiedy ty czytasz nowosną lentę, co происходит w Mariupolu? Kiedy czytasz wszystkie wiadomości, co się dzieje w Mariupolu? I смотришь, как сотни детей в Украине уже погибли? I patrzysz, jak setki dzieci giną. Ty спрашиваешь, как долго Бог? To pytasz, jak długo, Panie, dokąd? Когда ты видишь миллионы беженцев, которые бегут от войны? Kiedy widzisz miliony uchodźców, którzy uciekają przed wojną, a ich mężowie остаются там, a ich mężowie tam zostają, i oni nie znają, jak im żyć dalej, i nikt nie wie, jak żyć dalej. My спрашиваем, как долго Бог этот мир будет наполнен болью? To pytamy, jak długo, Panie, ten świat będzie przepełniony bólem? I potem my we wszystkim tym opiecie, my uczymy się płakać z płaczącymi, my uczymy płakać z tymi ludźmi. I w całym tym doświadczeniu uczymy się płakać z płaczącymi. Вместо того, чтобы быстро решить чью-то проблему, заместо того, чтобы шибко развязать чей-то проблем, приложить пластырь к раковой опухоли, приложить этот пластырь до новотвору ракового, мы приглашаем человека к путешествию, запрашиваем человека в подруж, путешествие плача, подруж плачу, как долго Бог, как долго, Пане, и напоминаем этим людям и самим себе, что однажды грядет день полной свободы, и мы напоминаем этим людям и самим себе, что надейде день вольности. Но пока он не настал, мы молимся молитвами плача. Але допоки не настомпил, молимся молитвами плача. Как долго Бог мне будет больно? Як довго, Пане, буду дощвячав болю? Дай мне свет. Дай мне свет. Зажги свет в моих глазах. Запаль то светло в моих очах. И несмотря ни на что, я выбираю доверять тебе. И помимо всего, что бы ни делало, выбирам уфать тебе. Если вы сейчас находитесь посреди такой боли. И если кто-то из вас сейчас находится в середине такого болю. То я хотел бы сказать простые вещи. Богу не безразличны ваши слезы. То хотел бы сказать простые вещи, что Бог не есть обоянтный на ваши узы. Он не смотрит на вас и думает, ой, я не знаю, что делать. Он не смотрит на вас и не мысли, о, не знаю, что с этим сделать. Он приглашает вас с вашими слезами прийти к Нему. Запрашивает вас, чтобы прийти до Него с вашими узами. Но если вы этим утром сегодня не являетесь христианином, если еще сегодня, этого поранка, не есть христианином, я хотел бы сказать, что наши слезы, напомнить, что наши слезы указывают на разрыв отношений с тем, ради которого мы были созданы. То хотел бы właśnie припомнить, что наши узы вскazują на то, что ну, мы этот зарваный związek с Богом и утраченную relację с Ним. Все и наши... właśnie наши узы вскazują на эту утрату. Все наши слезы о потере чего-то или кого-то маленького в этом мире. Wszystkie te łzy, które przelewamy z powodu utraty kogoś lub czegoś w tym świecie. И напоминают нам о потере самых главных отношений с Богом. Припоминаем нам утрату наиважнейшей релации, релации с Богом. И только в Боге ваша душа сможет найти покой. И только в Богу ваша душа найдет покой. И моя молитва за всех нас, чтобы мы научились доверять Богу посреди плача. Więc chciałbym modlić się o wszystkich nas, żebyśmy się nauczyli ufać Богу, kiedy jest płacz, w środku płaczu. Ну и научились плакать с теми, кто плачет. И żebyśmy też się nauczyli płakać z tymi, кто płacze. И научили их приглашать в путешествие исцеления. И чтобы мы умели их запросить до того, до той подружи, которая укончится улечением. Сейчас посреди войны в Украине и миллионов беженцев, которые бегут в Польшу. Сейчас, когда есть война в Украине и миллионы уходцев утекают до Польши. Так важно, чтобы мы умели это делать. Важно есть уметь это сделать. Я хотел бы предложить, чтобы мы провели сейчас некоторое время в тихой молитве. I chciałbym teraz zaproponować, żebyśmy cicho się pomodlili po prostu, nie na głos. Przeczytać ten psalm pro siebie. Przeczytać może ten psalm jeszcze raz dla siebie. Tylko obleć teraz swoje słowa, swój opyt i obrócić to w modlitwę do Boga. Ale też wyrazić swój jakiś problem czy ból w swoich własnych słowach i przynieść to do Boga. I potem ja krótko pomodlę z końca. I ja zakończę modlitwą.